Привет! Сегодня я расскажу вам о Ване Лагутенко и Денисе Губенко, которые целыми днями сидят в компьютере, играют Happy Wheels, а также делают всякие спарта-ремиксы и сканы. А когда они не сидят у компьютера, они в айфоне играют Clash Royale. И так целый день. Не верю, что нет ничего на свете интереснее, чем играть Happy Wheels, делать Sparta ремиксы и играть Clash Royale. Как ты думаешь, Барт? Ну, давай, я сейчас посмотрю по книжкам. Может, что-нибудь интересненького и найдем. Ну давай, Барт, в путь! Найдем что-нибудь для этих бездельников Лагутенко и Губенко. Что-нибудь интересное, давай? Ну, Маша, что им сделать интересного? О, Маркус, как ты думаешь, Губенко и Лагутенко жрут кашу? Да. Да? Овсянку, да, такую? Противную овсянку. Теперь мы друзья, только это секрет. Ага, они друзья, но никому это не рассказывают. Оля. Так. О, я нашел, чем им заняться. Ваня Лагутенко и Денис Губенко будут изучать испанский язык. О. Значит, Лагутенко. Лирио. Губенко. Гольф. Гольф. Хофайна. Хофайна. Ваня. Вьейра. Вьейра. Ага. А Денис? Даза. 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 Гольф. Даза Гольф. Денис Губенко и... Вьейра. Вейра Лирио. О, круто, как они по-испански звучат. Так, Маркус, как ты думаешь, а кем они хотят вообще стать, когда вырастут? Может быть... Драйвер. Кем-кем? Нет. Кем-кем? Шоферами? Или... Worker. Кем? Воркер. Строительным. Президентом. О, президент Губенко. Soldier. Солдат. Или солдатами. Magician. Фокусник. Ага, фокусниками. Ага, ясно. Или... Policeman. Может быть... Полиция. Полицейскими. Давай спросим у мамы Губенко. Мама Губенко, кем хочет стать твой сын? Hello, welcome to the learning book. Let's play some music. Please press the button. Hello, hello. Ну привет, привет, ну. Кем хочет стать Денис? Hello, hello. О, я спрашиваю, кем он хочет стать? Hello, hello. Ты чё, не слышишь меня, что ли? Hello, hello. Ах, ясно. О, Маркус, куда бы отвезти их в путешествие, а? Как ты думаешь? Япония. Италия. Что они будут делать в Японии? Посмотреть башню. Башню? Какую башню? Из Токио. Токио башню. Итальские. А в Италии что будут делать? Посмотрите Рим. Рим, Колизей. Пирамиду стеклянную? Разве там есть такая? Нет, он же Франция. Там Биг Бен, во, круто. Так. О, давай мы им расскажем. Фунтика надо вот смотреть, правильно, Маркус? Фунтика смотреть вам надо. Лунтик. А, это Лунтик, да? Все серии Лунтика надо вам посмотреть. Фунтика. Фунтик или Лунтик? Я их путаю. Так, ну дай посмотрю в айфоне, может что-нибудь интересного. Так, заняться балетом.
Представляю, как губянка и лагутянка балетом занимаются. Балерины. Текс. Дальше. О, интекс, это что такое? Смотри внизу. Так, an Indian smartphone. Зачем им индийский смартфон? Там только такие звуки издаются. Так, загрузим уровень. Что у нас там? Турксат. Зачем им смотреть турецкие телепрограммы? Они же не понимают турецкий язык. О, ну. О, Alcatel, это что такое? Рутер. А, рутер, ясно. Значит, второй компьютер надо им купить. И рутер. И все это соединить вместе. И становиться компьютерными гениями. Так, что еще мы найдем тут интересненького? Виттел! А это что такое? Минеральная вода. Ага, выпить минералку. Слышали? Быстро выпивать минералку. Маркус сказал, пить минералку и посмотреть диснейский мультик «Отель». Ясно вам? Это не мультик, это хотель. А, значит, им надо ехать в Диснейленд, да? Да. Садитесь на молнию Маквина и едьте в Диснейленд. Или... Испанию. Посмотреть... Фламенко. Тоже Францию посмотреть. Моды. Или посмотреть Шотландии. Как дудят... Шотландские дуды. Зая, чего я ты смешно сказал такого? Что шотландские дуды? Какие дуды? Пока. Где Фунтик? Где мой поросеночек? А, значит, Фунтик поросенок, а Лунтик этот, розовый. Да. Да, я Лунтик. Да, я Фунтик. Ну, сейчас найдем быстро его. Ой, он же бродяжничает, бомжует. Бомж, натуральный бомж. А еще и он ворует карамельки и жрет все время их. Да, Маркус? Ух, какой плохой Фунтик. Он неплохой, не ври. Он бяка-бука. Так, что еще тут можно? О, а давай посмотрим, что Денису Губенко подарит Дед Мороз. Ему подарим мою аватарку канала Сваги. Ого. А Лагутенко? А Лагутенко танк. На тебе, Лагутенко, танк. Вот так. Так, что еще можно поделать интересного? Давай-ка мы их отправим в деревню. Копать картошку. Скоро будет осень. Да, будет много картошки. Вам надо ехать к своим родственникам, к своим бабушкам в деревню и копать картошку, ясно? И никаких чунга-чанга. Картошка. Нет, я сказал картошка. Ах, ясненько. Ну, а ты, Винни, как думаешь, что нужно сделать Губенко и Лагутенко интересного такого? Танцевать. Танцевать. Танцевать? А потом что? Спать. To sleep. Ага. Ну, а потом? Танцевать. To dance. А потом? Спать. Спать. Танцевать, спать, танцевать, спать. А жрать когда они будут? Они голодные. Они голодные, у них будет граулинг. У них животы будут издавать всякие звуки непристойные.
граунинг. Так, что еще им нужно сделать? Обведи по точкам подводную лодку. Подводную лодку. Попутешествовать на подводной лодке. Или... Нарисуй след от ракеты. От ракеты. Полетать на ракете. Или... Нарисуй рельсы и шпалы. Рельсы и шпалы. Поездить на поезде. Обведи гоночный болид, который первым пришел к финишу. Покататься на формуле. Круто. Ой. Давай скажем зеркальце. Давай зеркальце, скажи. Слепой зеркальце, скажи. Да все правда, доложи. Где Губенко? Что можно Денису Губенко и Ваню Лагутенко делать? Жрать яблоки. Ха-ха-ха-ха-ха. Они же ядовитые. Не, так не пойдет. Еще раз. Сверху и зеркальце скажи, да все правду доложи. Что можно сделать Денису Губенку или Ваню Лагутенку? Я же сказал, жрать яблоки. Да пусть жрут. Да пусть. Так, а какой мультик им посмотреть? Ну погоди. Где? Волк. Волк. И? Зайцем. Заяц. Ага, это самый крутой, да, мультик? Да. Или Барбоскинов лучше? Барбоскины лучше, погоди. Лучше, да, ну там же есть... Роза. Которая поет про розы. Кто еще там? Лиска под лиска. Лиска под лиска. Малыш, малыш при малыш. Я настоящий парень. Генка ботаник. Все у нас получится. Мама Барбоскина. И почему еще не спишь? Ночь на дворе. А ну-ка, Маша, кровать. Так видели, Губенко и Лагутенко, сколько вам много интересных занятий. И не надо весь день сидеть за Happy Wheels, и не надо весь день делать всякие Спарта-ремиксы. Займитесь лучше интересными делами. Правильно я говорю, Буратино? Буратино я. Я иду искать сотруднику. Давай, показывай. Поезд мчит, стрелой летит, нам с тобой. Вот. Это песня для вас. Советуем посмотреть все серии сериала Total Drama. Мировая турне. Смотрите, как заговорил, а сам бы так же поступил. Я буду первым. Здесь тебе не место, так и знай. Я буду первым. Bye, bye, bye!